Игрой НТХ против Empire, где первую игру выиграли НТХ. Боу 3. Врываемся в игру. Да, ребят, всем привет. Привет Гудгейму, привет СК2ТВ, привет Гохе, привет Харадрику. Ребят, всем привет. Ну опять краш доты. Да что ты будешь делать, а? Второй ввод, второй краш. Бред какой-то. Врыв. Ну что ж, посмотрим, смогут ли НТХ дожать имперцев. Сегодня днем играли Виртуса против Фнатиков. Виртуса выиграли. Если не ошибаюсь, 2-0. Я смог откомментить только вторую игру. Воды залью чуть-чуть попозже. Ну вот, закончу сегодняшний стрим и залью сразу все воды. Будут они доступны где-то посреди ночи или даже к утру на моем канале на YouTube. /tiran1t1run1. Даже так. Пока врыв в игру, давайте я сейчас отпишу человечку. Нет, 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 только не в этот раз, ребят, я вас умоляю. Ну прекратите, сегодня же то же самое было. Ну что, мне говорят, там пересоздают лобби, может быть, из-за этого. Не понимаю, в эту игру врываться уже? Давайте попробуем. Ну, наконец. Ага, все ливнули. Это беда там. Ну что ж, будем ждать, пока пересоздадут лобби.
Ох. Человек, у которого автоказ до сих пор есть на шифте у пака и так далее. Но вот сейчас вот вам показать вживую. Ребутается линейка компов, все кроме одного. Почему? Вот где логика? Кто может мне это объяснить? Да, там какие-то проблемы с компьютером. Вот я послушал сейчас Филата. Давайте пока рестримчик небольшой запилю, скажем так. В Empire мы дожидаемся. Вот остался как раз только Габлак. Вот он тоже в игре. В принципе, Note 800 Team Logo, please, guys, set a Team Logo, and... И мы будем готовы начинать игру, да? Да, я думаю, мы и так готовы с тобой начинать игру, там проверь только Dota TV всякие. Конечно же. Guys, Team Logo, please. Ну, Note 800, видим, что-то обсуждают. Мы им напишем. Мы напишем и сразу стартанем, наверное, да? Да, вот там сейчас выставили только что. Так, все, есть Team Logo, все комментаторы готовы, все настройки сделаны. Ну и попытка номер два. Баны, собственно, команды, конечно же, повторят. Ну и начнется все с пика. Вот Блава показывает нам свою могучую грудь с этим имперскую наездником. Нахрен. Ну что, вы сами все услышали, ребят, в принципе. Так что вырываемся. Что такое опять? Что моргнуло? Что не так? Почему у меня черный экран? Вот бред, а? Опять краш доты, ребят, я не понимаю, что происходит. Сегодня вообще с дотой какие-то у меня проблемы. Чего вы взяли, чтобы ЗЗ набрели из раксов? Ребят, что за дезинфа такая? Так, ну что, мы видим баны пики. Опять мы чуть-чуть поздновато ворвались. Итак, в бане у нас уже по дефолту Висп, Бэтрайдер, Лондруид и Фурион. И котла сразу же забирают имперцы. Ten
И ждем первых пиков от НТХ. Не забываем про Магнуса и Дарксира. Про очень терпильных героев. Под них можно делать все, что угодно. В принципе, Дарксир уходит, да, там, в харду. Магнус уходит в мид. Но проблема в том, что при их пике... При их пике, сразу же, ферст пиком, можно взять контр-пик. Допустим, там против Дарксира неплохо стоит там Клинкс, да? Против Магнуса там неплохо стоит Квапа или что-то в этом роде. Никс Ассасин вместе с Магнусом забирают себе No Tide Hunters. И сразу же имперцы отвечают Дарксиром и Гирокоптером. Ну что, стяжка под кулдаун Гирокоптера и за отдувку котла, это довольно-таки больно и неприятно. И последний пик в первой стадии пиков от НТХ. Кто же это будет? Пока ждем. Я пока даже не могу представить, что они могут взять. В принципе, ну, после банов, да, то есть имперцы очень неплохо играют виспом с ЦК, но висп улетел в бан. И НТХ сразу же забирают себе в пик Чена. Панится Вивер, который неплохо стоит против Дарксира в харде. По пикам у НТХ есть мидер, есть лесник, есть нюкс. Нюкс вообще такой герой, что он может стоять и даже в харде. В принципе, под карапасами можно будет ему уходить. Банится Undying и Shadow Demon. Shadow Demon бан. Неплохо бы имперцам еще забанить, конечно, Бейна, чтобы на гирокоптере не было инфибла при фарме или вообще в замесах. Ну, посмотрим. Ждем баны. Баны, 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 баны. 10 секунд и поедет дополнительное время. Фантом Лансер банится, я не думаю. Хотя, в принципе, Гирокоптер может выступить и в роли саппорта, давав всего лишь там ракетки, которые будут, ну, вмаксить ракетки, да. И там, допустим, Рокет Бэрридж. И банится Джиггернаут. Вот это интересный бан от Эмпара. От имперцев. И последний бан от НТХ. А я себе пока налью водички. Где моя водичка? Вот она моя водичка. Надо переходить все-таки на сок, наверное. Или на чай. Это кола сойдет мне с ума. Десять секунд. И еще дополнительных 35. Саша, тебе реально сейчас забаню. Иди Вилона смотри. Дополнительное время у НТХ остается буквально 25 секунд, чтобы кого-то забанить. А то просто пропуск бана. Нет, мне кажется, этот бан улетит Оксперу в чатик. Банится Пак. Квапа будет стоять против Магнуса в миде, скорее всего. Ты не спойлеришь, ты делаешь еще хуже.
Четвертый пик от НТХ. Окспер говорит, что это будет какой-то жесткий пик. Сейчас мы увидим, кто это будет. Пятнадцать секунд дополнительного времени. НТХ израсходовали практически все свое время на пик. 10 секунд. 5 секунд. Боже, что они делают? 2 секунды. 1. Виндраннер. Ну что ж, Виндраннер будет стоять против Дарксира в харде. И ЕС у имперцев. То есть это будет фиссура, задувка, и там уже гирокоптер будет что-то там думать с Флайкеном и Рокет Бэрриджем. И последний пик от НТХ. У них остается 20... В сумме 23, 22, 21, 20 секунд для последнего пика. И что делает? Антимаг. Ребят, это не рандомные пики. Это нормальные пики. Потому что время еще было, как бы еще секунда оставалась. И что же, главным хардкерри у команды НТХ будет антимаг. Ну, посмотрим, как они его реализуют. И будет ли третья игра, сейчас увидим. Или же НТХ таким пиком разорвут имперцев. Ну, если судить по логике, да, то есть пикнули ЕС именно в противовес пуша Чена со своим лесом. Со своим зоопарком. То есть на антипуш, в принципе, у имперцев хватает. То есть флейк кэнон, ЕС, задувка котла, скрим от квапы, плюс шелл на дарксира. То есть этих ребят очень жестко будет пропушить. И отваливается у нас скандал пока что. А в то время у НТХ нету какой-то пуш-страты и боятся там, не знаю. Ну, в принципе, смотрите, есть пауэршот от ВР-ки, есть шоквейв от Магнуса и будет зоопарк от Чена плюс стан от Никса, да? То есть крипы будут умирать очень быстро. Но, еще раз повторюсь, имперцам есть чем отдефить. Несмотря ни на что. Сейчас я отпишу свое мнение в чатике на ГГ. Да, ребят, на другом стриме ДВ меньше, потому что Вилат стримит из лобби, а я стримлю с помощью тикета. У меня задержка 2 минуты между реальным временем игры, и, ну, то есть стрима Вилата, да, и моим. А, ну что же. Все вам поставили, да. Учена сет прикольный. Такой он араб. И смотрите, сейчас, кажется, будет драка. А вот в драке, кажется, имперцы будут посильнее, чем НТХ. Потому что у НТХ есть сейчас только стан Никса и будет повершот ТВР-ки, и все. А тут как бы Рокет Бэрридж, фиссура, задувка. Там даже, наверное, Сёрдж выучит скандал. Ну, посмотрим, сейчас увидим. Ну, вроде как разбежались НТХ, а даже варды не расставили имперцы. Странно. Ну, потому что если расставят, их сразу снимут. Есть там у кого-нибудь сентри? Да, есть сентри у Чена. Никс у нас сразу уже в миде стоит. Ставится сентри, чекаются варды, которых нет. О чем я, в принципе, и говорил. И имперцы расходятся по лайнам. Дарксир уходит в харду. Вернее, в изи лайн, но соло будет он стоять против Магнуса.
Бэтрайдер будет ставить. О, Бэтрайдер, какой, господи, Бэтрайдер. Квапа будет ставить миди против Никса. В принципе, Никса ей не убить. В любом случае, будут Карапасы, будет стан, будет моноберн. Ну и трипл на трипл. Кота ЕС Герокоптер против антимагов с помощью с ВР-кой и Ченом. Но Чен будет лесной, ВР-ка будет просто помогать как-то либо пытаться отпушить нас своими повершотами, либо там можно даже и кого-нибудь цепануть стяжкой, связкой. Почему все-таки Магнус? Ну, в принципе, Магнус, если возьмет быстренько 6-й левел, он будет полезнее ВР-ке, который будет стоять хард, это, соло хард, да? Так что, именно, наверное, поэтому было принято такое решение. А тем временем, жестко будет фармить АМУ против Герокоптера, потому что, ну, практически не подойти. Качает он блинк на 1-й левел. И что, цепляют тут кого? Котла цепанули. Загулял парень. Откинулся станом, конечно, ЕС, но чересчур далеко. Далеко. Далеко ускакала в поле молодая лошадь. И что у нас, драка? Нет, ну тут просто ребята пытаются как-то фармить. А в принципе, Магнусу будет неприятно фармить против Дарксира. А, какой истеричный у нас скандал, вы слышали? Задинаю крипа и засмеялся. Ну, а АМ будет фармить под вышкой, потому что, как бы, пул не закрыт, варда тут нет, но приходит сюда Герокоптер и подфармит, плюс задувочка, ой, хорошая, закрыли тут ВР, сейчас Рокет Бэрридж включает виндран, ВР, пол Рокет Бэрриджа ушло в крипов, и ВР все-таки отпивается флаской и уходит. Тут АМ начинает харасить, опять Рокет Бэрридж пошел, но уходит наполовину в крипов. И пока ничего не могут сделать, надо Герокоптеру уже чем-то отпиваться, мана у него вообще нет, но есть фласк, как-то неправильно он уходит, есть, нету фиссуры, пока у ЕСа будет, через буквально через 2 секунды, ну что, нет, с обухом забирают все-таки Герокоптера, пытаются цеплять дальше, и пока что еще 2-0 в пользу НТХ. В принципе, Магнус, я бы не сказал, что фармит хуже Дарксира, и вообще что-то пока, вот шел, первый шел, который я вижу. И вот тут уже Магнусу надо поаккуратнее, да. Ой, тычка, больно. Ну что, имперцы прям как-то на агро забрали совуха, сбривают вард лесной. Ну а АМ продолжает фармить, ему на это все пофиг. То есть у Герокоптера нет фарма, у АМа есть фарм. У АМа 12 крипов, в принципе, у Герокоптера пока больше. Но это понятно, он рейнджовый, на лайне ему проще фармить. Так, а в миде у нас пока все тихо. Ну, друг друга харасят. Пытаются, вернее, харасить. Вроде оба фуловые, только у Квапы нету совсем маны. Бутылок я пока тоже... Нет, есть бутылка, ботинок, Sage Mask. Купил себе варды кто-то. И сейчас полетят. У Квапы тем временем регенчик есть, так что откидывается еще одним даггером. Ну и неплохо, харасит. Получает стан. И отходит у нас потихонечку Нюкс. У нас что, драка опять в лесу? Нет. А, пулит тут крипов. Так, ну что, кому это все сейчас прилетит-то? Никс, походу, дофармил ботинок. Ой-ой-ой, остается у него мана только на Карапас. Но может сейчас умереть все-таки. Да, Даггера, скорее всего, умрет. Включает Карапас на последнюю тычку. Нет. Или умрет. Должен умирать. Есть блинк? Да, будет блинк через секунду. С кримом просто через лес. Ну вот чуть-чуть не долетели арты для Никса. Прилетел бы банка чуть пораньше. Вот долго-долго он стоял. Принес бы себе одну банку, в принципе, бы выжил. Одна из банок прилетает Магнусу. А тем временем Чен в лесах. Фармит где ВР-ка? ВР-ка. ВР-ка уходит домой. Покупает себе сейчас мэджик. А нет, не может она себе купить, проапгрейдить стики, есть у нее только денежка на ТП. А, опять задувка. Ну, АМ и пассивка уже вкачана на один, так что ему попроще. У Чена тем временем ботинок, базилка, смоук, есть варды. И тут уже скандал, чуть ли не за вышку заходит, наглеет паренек. Был бы полярить, можно было бы наказать. Хотя, в принципе, на Сюрдж бы ушел, второй Сюрдж есть.
У Герокоптера тем временем ботинок, ну, в принципе, все то же самое, заливает в ману по КД, но почему бы тогда не обузить какую-нибудь ту же самую ракету? Включает Rocket Barrier, забирает тролля, ой, сатира, Чена, и что, цепляют? Нет, связка не прошла, задувка пошла, стан, Rocket Barrier, ВР включает виндран, юзает стики и отходит. Ну, на флейкена, на хитране пытается как-то зацепить, включается опять Rocket Barrier. Неплохо получает дэмэджи себе АМ, задувка мимо, и просто тут на 32 хп ВР-ка мансует, пытается как-то откидиться по варшотам, и на виндране уходит обратно под фонтан. Нюкс, 6 левел, уже в Вендетте, идет кого-то забирать. Поднахарасил чуть-чуть АМ, постарался, но получил пару флейк-кэнонов, и что, скорее всего он умрет сейчас, да. Просто с ульти забирает АМ, откидывается фиссурой, но дальше уже ничего не сделать с НТХ. Что это за звук? А, Нюкс отправляет домой, покупает ТП и сразу возвращается на лайн. Отлично, отлично отыгрывают НТХ. Прям очень нравится, как ребята играют. И тем временем у Магнуса ботинок, обузит он бутыль. Есть 6 левел, но Даркан еще далеко, про Даггер я вообще молчу. Дарксир уходит куда-то. Домой? Почему? Непонятно. Ну, потому что без маны, наверное. Нет Суринга. Акура пока занята. И, наверное, проще сходить пешком. Ну, неизвестно, на самом деле. Аквапа тут в инвизе. Есть ульт. И кажется, вот эти два парня сейчас откатятся. Ставится сентри. Задувка. Чен умирает. Ну, вот. Пытаются цепануть еще ВР-ку, как бы с АМом, да, у АМа вообще 350 хп. Связка не прошла. Возвращается Никс онлайн. И будет сейчас пытаться кого-то забрать. Кого-то забрить. Ну их-то четверо. Ну тут как бы еще сентри есть. У имперцев, так что нормально у них все. Так, ну да, видимо, с ТП вернулся Дарксир. По деньгам у него то же самое, накидывает шоу, и пофиг, на пофиг тангует крипов, ничего с ним Магнус сделать не может. Не влететь, не отвести под фонтан, дать полярити, ничего. И продолжается война Нюкса и Квапы в миде. Тем временем у АЭМа 30 крипов, у Герокоптера 42. У АЭМа есть колечко на реген, так что ему стоять лайн гораздо проще теперь. Как бы с щитком. С колечком вообще может танковать крипов. И это нормально. Так, у Катла ботинок, у Эса ботинок, у всех ботинки. Фейзы на Герокоптере. Сейчас будет 6 левел. И уже можно будет там виндранер, если нормально там под задувку Катла дастся фиссура, то сразу дастся кулдаун от Герокоптера. И практически фрикил. Без ману у нас бегает тут Квапа. У Нюкса... Есть еще глоток банки, уже все откачано, как бы есть стан, есть Виндетта. А тут Чен с кентом, ой, спалились что ли? Или просто смоук кончился? А, ловят они куру что ли? Ну куру-то уже, куру-то уже апнули. Или что, и будут ловить Квапу. Квапа это без маны. Есть три стика, есть блинк. Нет, Квапу уже не поймать. Так, Герокоптер потихонечку пытается фармить леса. У Эма там, что там? Купил он себе что, или просто такой плохой фарм? Ну и флейк, под флейкеном приходится ему потихонечку отходить. У Чена тем временем все по-прежнему. Ботинок, базилка, веточка. Дарксир прикупает аркан, есть у него колечко на реген, скорее всего это будет скорейшая мека, из вот этого он сейчас варит всех хедреска, будет денег 200. Шоквейвами откидывается бульдог, практически есть у него на арканы, так же, как и у Дарксира, но Дарксиру фармить проще, в разы проще. И потихонечку подпушивает лайн. Так, дали фласку Герокоптеру, что там пошло не так, видимо. У ЕСа 5, у Котла 4. В принципе, задумка за, ну,
о том, что Котл постоянно заливает ману ЕС, тот может откидываться фиссурами по КД. Квапа взяла инвиз. Будет ли это ган кого-то? Опять задувкой отпушивают, АМ получает слегка дэмэджа в лицо, но при этом фармит под вышкой и сейчас с колечком от регенца плюс еще 9 стиков как бы есть, так что навряд ли его можно будет цепануть как-то. Ну, если только за проказ брить, чтобы не успел там завязать стики и здесь сделать блинк. Ганг на Дарксира, Виндетта кончается, и Нюкс вынужден отступить обратно на лайн, купил он себе арканы. Чен тут потихонечку фармит леса, что у него там летит уже? Хедреска летит, сентри летят. В принципе, неплохо. В принципе, все неплохо. Ну, не знаю, какая-то аккуратная игра, нету нигде экшена. А нет, вот он кулдаун, просто в крипов. Ну, окей. Why not? Пауэршотом откидывается ВР-ка, попадает по котлу. Пиу. Включает Rocket Barrage, начинает, ну, чуть-чуть на харасе у АМ. Он, в принципе, быстренько отхилится, да, проюзывает стики, потому что 10 зарядов накопилось. И цепляет тут Чена. Ой, два стана от кента плюс фиссура. Чен тут уже навряд ли уйдет. Есть тотем, нету тотема. А забирает Чен, приезжает Магнус на автобусе. Есть полярити, откидывается шоквейвом. Откидывается ультой. Сбривают квапу. Пока что размен в один в один. Заливает Кота в ману ЕСу, чтобы было чем отбиться на отходах, скажем так. И Кота опять сдувает. Попадет сейчас в АМ же. Нет, не попадает. И чуть-чуть сейчас подпушит имперцы лайн. Счет 3-4. Нюкс теперь у нас находится в харде. Вот тут приходит и скандал. Да, есть уже почти баклер. Будет через 100 голды. Нет, продал почему-то веточку. Странно. Да ладно. Ну, АМ сейчас очень сложно цепануть. АМ сейчас практически вот таким не убить. Но опять же, я говорю, если только за прокаст. Полетел ракету, у АМ 1800 голды. Ну и сразу блинк. Ну, принимает ракету, дэмэджа мало. Ракета первая, да? Да, первая ракетка. Задувка, сейчас будет фиссура. Пошел. Кулдаун, ну я говорил, за прокат он успевает сбривать, а АМ просто отблинкивается. Переключил ПТ на Агилу, заюзал стики, чуть подбольше откинулся, включил обратно ПТ на Стрэндж, на Сиву, на ХП. И колечком неплохо так регенится. Так, прошивка мимо. Хотели прошить котла, не получилось. 2000 у нас уже имеет АМ. Ну как там гирокоптер-то вообще деваю? Фейзы барабаны, 300 голды. О, скандала в скором времени мека. У Чена до меки еще много. Как бы Дарксир фармит лучше по дефолту, чем Чен. Ну и у Квапы тут ПТ, нулик, бутылка и фласка 1800 сверху. Тем временем у Никса пока что ничего новенького не появилось. 700 голды сверху, хотя может быть что-то принесет себе ТП, обычный ТП. Ничего особенного. Ну что, в смоках с двумя кентами есть два стана, можно кого-то цеплять. Задувка из лесу. Бе-бе-м. Так, ну и что тут у нас? Цепляют кого-то? Нет, счет по-прежнему 4-4. Погоди, как 4-4? Что-то я пропустил, что ли? Да вроде не пропускал ничего. Ну что, будет гангрить Дарксир, он как раз сейчас без маны и арканы КД. Ну вот, хватило нас курш и уходит.
Чё за бред? А почему так? Жесть. Так, ну что, задули у нас тут в Нюкса. Включает он Карапаса, Скрим уходит в Карапаса, отстанивается по двоим и уходит спокойненько под... Ой-ой, кого-то сбрили, нет? Гирокоптер подбрили в это время. Задувка пошла, откидывается шоквейвами Магнус. Станчиком откидывается Карапас. О, Нюкс. Ну и обе стороны пытаются пропушить. Очень тяжело. Как бы есть PowerShot, есть Shockwave, есть Scream, есть задувка котла Illuminate. Покупается себе второй брейсер, хочется быть совсем толстым конем, совсем толстым Гэндальфом. М продолжает фармить, здесь у него уже БФ, Пурман Шилд, ПТ. Все у него хорошо, в принципе. У ЕСа есть арканы, ну, сейфовая игра на самом деле, 4-5 на 17-й минуте, это как бы просто забей. Очень аккуратно играют обе команды. Да-да, поменял я анонс, потому что, да, что-то не подрасчитал. Так, у Нюкса есть 11-й, до Вендетта 43 секунды, 1900 у него сверху, ничего он себе почему-то не покупает. Заходит с тылу, отблинковывается. Ух, доминейтинг у нас у АМа. Забрал он ЕСа в соло, плюс еще и гирокоптера где-то тут в лесах нашли. Что-то это все пропустил. 4-7 в пользу НТХ. Полярити все-таки у Магнуса еще сохраняется. 1800 голды имеется. Скоро будет даггер. Ух ты, как неплохо-то заходит. Смотрите, плюшки от гирокоптера АМ. А что там у него такое? Да ничего жесткого пока нету. Ну что, будет драка в миде или нет? Тут чен с двумя кентами, все-таки можно и танкануть. А тут один котл на дефе. Ну, в принципе, задувки хватает. Так, Нюкс находит реген. Сейчас уйдет в Вендетту, будет, наверное, кого-то ждать. Или кого-то цеплять. Можно вообще с прокаста. Ну, то есть дать стан, уйти в Вендетту, цепануть котла и на Карапасах что уйти. Да, к тому же, если что, влетит Магнус по Алярити. Но тут Дарксир с ЕСом. Стяжка под ульту. ЕС и не ок. Ну вот опять, крипы просто не могут дойти ни до одной, ни до другой вышки. Ставится вард. Сентришный, правда. Но ставится. Но вдруг Нюкс так в смоках будет обходить. Тем временем Квапа на боте воюет с, как раз с Нюксом, у которого есть даггер. И есть регенчик в его бутылке. Что, находит Квапу? Стан, мим. Нет, мимо. Первый стан мимо, уходит на блинке обратно в лес. И вот сейчас есть у имперцев возможность все-таки забрить вышку. Нет, шоковым откидывается, юзается мека, пауэршот. Цепляет фиссуры Магнуса, летит ракета. Но никак. Все, дальше никак. Ракета не долетает, Магнус приобретает блинк даггер, и вот сейчас вот будет драка. Сейчас прилетит даггер, будет драка. Так, не получилось связать ни у кого ВР-ку. В эрке не получилось ни с кем связать гирокоптера, пауэршот по крипам. Ну и падает все-таки вышка. Заденайл Чен, хорош. Флейк Кэнон потихонечку харас. Закрывают тут в эрку. Полярити в двоих отдает Магнус. Умирает гирокоптер, умирает Квапа. Чен юзает ульту. Есу тут, скорее всего, тоже не уйти. Нет, уходит все-таки, делает тэп-аут. И погоня, погоня за скандалом. Небольшой стан, не получилось связать. Нюкс на даггере врывается, дает свой стан. И минус 4 делает НТХ, еще 4.11. И что-то попахивает 2.0. Да, им просто имперцы пишут ГГВП и ливают. Не могут, не могут. Ну что ж, поздравляем НТХ с победой. А, как всегда, ждем табличку. Останавливаю запись ввода. Что-то не пошло у имперцев. Минус мораль.
сказалось. Где табличка? Ну, как всегда, тут один остается. В этот раз это скандал. Будет Дефи до последнего. А мы просто наблюдаем, пока упадет трон. Ну хорош, Ливай. Да, Денисов, именно так. Полностью с тобой согласен. Чё дальше? Ну подожди, да, я сначала вот допишу. Ливай, Дарксир, наконец-то. Табличка, табличка. Мне нужна табличка. Да, кстати, с вами я, для тех, кто будет смотреть эту запись, я комментировал для вас Good Game Tyrann. Надеюсь, вам понравилось. Ну, падай ты уже. Падай, падай, падай! Ну, наконец-то.